Перед началом видео хотелось бы сказать то, что данные моменты были взяты со стрима. И чтобы не пропускать стримы, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик и подписывайтесь на группу ВКонтакте, где анонсируются данные стримы. Ну а теперь переходим к non-prime матчмейкингу. Легчайшие. Три ада. Ну так, что у нас там по званию? Блять. Калаш с венками. Честно, это не то, что я ждал. Я ждал куда выше. Я ждал Пикстара, там, Лема сразу, чтобы было это вообще путь сократить. Ну, калаш с венками. Твою мать, это два калаша. Бигстар. Беркут, Лем. Supreme Global. Шесть званий. Так, чтобы было видно. Ну что же. Как говорится, наш путь только начинается. Начинается он, конечно, с дальних дебрей. Калаш с винтами. Да. Ну ладно. Погнали, посмотрим. Что нас ожидает на калашах с венками? Я надеюсь, мне показалось, что я это видел. Умер бот. О май гад, you fucking трэш. А иди нахуй. О, блять, он в яме. Так, только что я позволил своим дебилоидам снять раунд. Нет? Все, заебись. Взял бы чуть дальше упреждение, я бы убил бы его. Так. Обосрамс. Ну ладно, посмотрим наших типов на Б. Так. Оп, флик, первый убрал. Ух! Блять! А, тупо шашлик чел сделал. Но его с КТ спауна ёбнули. Бля, ну... Конечно, этим шашлыком чел обеспечил. Возможно, взять этот раунд. Я думаю, Тер взял пачку и просто убежал на... Нет, не взял. Я бы сейчас на месте зеленого просто бодал пачку. Сейчас он ставит ее на Б. Нет, ладно. Черт. Все-таки перестрелку он выиграл. Вот это... Флешка. Хотел я сказать, но чел под ней убивает по итогу, потому что... Что это за раскидка гранат? Зачем он смотрел вот вниз, потом так вверх фликнул. Такой, ей! Нормально, на ходу. У меня басри, блядь, просто, типа, блядь, такие шансы были выиграть раунд. Потому что чел отстрелился, и, соответственно, мог его спокойно забрать. Пать. Чего? Я fucking cheater. Ну, как бы, бля. На всякий случай, я ему... Репортик-то это оформлю. Оу, май! Только получили звание, а уже апнули следующее звание.
Нормально. А, ну как бы пачка на вышла. Нормально. Умеем, могем, практикуем. Ладно, толпой просто его задавить. Он, наверное, пошел на КТ пикать. Ну да. Ожидаемо. Интересно. Ну ладно, ждем оставшихся двух. Но один, наверное, скично пойдет. Второй шорта. Окей. Жопу вашу тайм. Я не сыкло, чтобы сидеть за стенкой, ждать, пока он пойдет, пикнет и убьет меня. Но при этом меня теперь поражает тоже. Чел с пачкой пошел пикать яму. Нормально. Бомба про... Супер, вы просто, блядь, пиздец, сука, отдать пачку, блядь. Блядь, типа еще и на ее поставили. Отдать пачку. Ситуация, когда это можно не делать. Блядь. Хаос идут. Не, пизда. Чел. Без армора. Оу. Он без армора с калашом, Карл. Блять, что в его мозгу щелкнуло, чтобы... Он решил взять калаш без армора. Да горит просто от тупости, блин, и своих идиотов, и врагов. Потому что, что с моей стороны, там... Челики 2 IQ. Что с их стороны челики 3 IQ, блин? Оп. Полез с авиком. Пошел искать последнего. Нормально. Серф размотаем. Ну, типа, конечно, тупить не будут. Б так на Б. Куда вы, блядь, пошли? Ебанаты на 3. Вы куда, блядь, нахуй? О, блядь. Сука, нахуй вы с пистолетами пиздуете в мид, блядь, дебилы конченые. Ладно, шорт прошли. Похеру. Нормально. Нахер. Коннектор, коннектор. Блять. Нормально. Все. Так. Просто не высовывайтесь. Он уже не успел дефьюзить. Вот. Так, ладно, киберспортивный пик. А планта с СГшкой. Вот. Блин, я думал, он полезет. Еще бы им этому пулю дал бы. Эх, а он не полез.
нехуй стоять с гранатой. Вот и все. Как-то так. Как-то так. Ну-ка. Четверной убийца. Ух. Чё? Стоп, чё? Ват? В смысле повысили? Ват? Стоп, 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 стоп. В этой игре меня повысили до двух калашей. И уже в этой игре меня повысили до Бигстара. Не, ну мне это, в принципе, нравится такой расклад. Победа, повышение ранга. Why not? Вот это я чуть не обосрался. Как чуть-чуть, блин. Сука! Иди в пень! Блять, не флешонный. Фак, я думал, он где-то на Б, но в кище не убил, с кище его убил. А не на КТ, блять, что он прям в упоре у меня. Это как-то максимально подойдет. Блях. Нахуй с пляжа. О, вы, блядь, шутите. Один. Два, три. О, блядь. Ебись, а ну коню, блядь. Че, обосрёшься? Я, блядь, не знаю, что делаю. Фух. Как бы выходишь такой... Даёшь спокойно энтри-фраги. А то и типы сливаются, типу с КТ вдвоем просто становлять в шеренгу. И как бы... Барабан, что на сайте? Что у него? Одна пуля в голову и все. И ты уже в следующем раунде. Как бы так. Это и работает. Изи! Может быть сразу это Legendary Eagle ранг.